Всем большой привет! Хочу вас познакомить с новинками в линейке Кумон от 2 лет. Развивающие наклейки, тема в зоопарке и транспорт. Это многоразовые наклейки, которые помогут вашему ребенку подготовить свою ручку к письму. Ребенок будет учиться правильно наклеивать наклейки и сам их будет с подложечки отклеивать, чтобы разместить там, где это потребуется. Вначале задания тут простые, наклеивать можно где угодно на страничке, а дальше уже задания идут более конкретные, в каком месте, какую наклейку наклеивать, то есть идет задание от простого к более сложному. Благодаря этим заданиям, которые выполнены в игровой форме, ребенок быстро овладевает своими пальчиками, пальчики станут более ловкими, проворливыми, и также вот эта работа с мелкими предметами подготавливает ручку в дальнейшем к письму. Также развивается, как вы понимаете, и внимание, и усидчивость. Итак, заглянем в эти наклейки. Представляю вам тетрадочку с наклейками «Транспорт». Здесь всегда вы найдете рекомендации для родителей, как правильно пользоваться, чтобы ваши занятия прошли максимально эффективно. И сами занятия. То есть вот в произвольной форме на аэропорту ребенок наклеивал у нас наклейки транспорта. Если вы хотите, чтобы вам долго послужил многоразово эти наклеечки, можно и также можно вырезать листик, снять и положить его в файлик. И уже поверху ребенок будет наклеивать эти наклейки. Они тогда послужат вам гораздо дольше. Хотя многоразовость сохраняется какое-то определенное количество времени. Стройка. Вокзал. Вот мы уже сняли с подложечки. Я ребеночку подковыривала, и он сам уже наклеивал наклейки. То есть от более простого к более сложному. Сначала ребенок клеит туда, куда захочет, а в дальнейшем появляются уже специальные задания. Знакомиться с геометрическими фигурами, допустим, у нас здесь круг. И к мусоровозу нужно приклеить вот такой круг. К бетономешалке то же самое. Здесь уже пошли квадраты. Быстрая электричка и тушим пожар. Пожарная машина, прямоугольник. Треугольники. Техника, самолеты, вертолеты, полицейская машина. Вот вкладыши с наклейками находятся здесь геометрическими, которые понадобятся. И дальше продолжается. Вот такие вот красивые красочные картинки, которые привлекут внимание ребенка однозначно, помогут со временем отработать эту технику и мелкую моторику руки. И вот, это была у нас развивающая тетрадка с наклейками серии «Транспорт». А теперь посетим зоопарк. В зоопарке нас ждут разные звери. Вот мы входим в зоопарк, и тоже можно приклеивать наклейки как угодно. В том месте, в котором вы захотите. Захочет, точнее, ваш ребенок. Знакомит с животными. Вот бегемот, коала. Ребенок знакомится также и с геометрическими фигурами. Мишка, кенгуру, фламинго. Сами вклейки с наклеечками, которые будет ребенок снимать. Жирафы. То есть красивые животные изображены, и ребенок сам с интересом будет с удовольствием заниматься. Заниматься с малышами не стоит долго, достаточно 5-10, максимум 20 минут, все в зависимости от интереса самого ребенка. Главное, чтобы эти занятия были регулярными. Вот и в конце, как поощрение, находится лист с сертификатом, что ваш ребенок прошел этот курс. Успешно выполнил, и ему будет приятно, можно повесить в его комнате
и показывать, гордиться его успехами. Также хвалите своего ребенка даже за маленькие успехи. Это придаст ему уверенности в себе и вам тоже принесет много радости от совместного творчества. Это была книжка «В зоопарке. Развивающие наклейки Кумон». Тут находиться? Да. Давай повыше глазки наклеим. Панда глазки, смотри, где у нее. Повыше. Давай аккуратненько снимем. Давай приклеивай. Один. А где второй глазик? Вот. Снимай второй глазик. Наклеечку. Так. Носик в серединку давай. Где носик должен быть? В серединке лица. Умничка. Носик и ротик, да? Ротик внизу. Он сам. Молодец. Вот да. Такая панда, веселуха получилась. Какая да. Красавица. Красавица. Ты молодец, Наум. Иду. У тебя получилось. Иду. Да, и сразу ребенок хочет приступать к следующему заданию. Вот такие красивые наклеечки. Задание. Панды калибр. Да, красивые. Это нос. Это тут, да, мордочку будем клеить. Хорошо, сейчас я тебе сниму наклейку. Ротик клей. Вот так ротик получился. Носик. Носик повыше. Держи в ручке сам клей. Молодец. И глазки. Один глазик закрыт. Глазки давай. Один. Молодец. И второй глазик открыт. Такая у нас горилла получается. Смешная. Чудесно, молодец. Горилла, да? Где у гориллы глазки? Вот. А где у гориллы носик? Это ротик, да, носик. Умничка. Как чудесно у тебя получилось. Ты молодец, сынок. Справился.